Супра первый, перфекта нужно прочекать, пока что нет убийства перфекта. Прыгает вниз еще и забирает Супру, тут флейми могут не дочекать игроки атаки. Заходят три игрока через квадрат, в общем-то, за ньюбоксом. Так, это уже интересно, бомба устанавливается. Нет, Бумыч забирает одного, по Широ пока что не попадает. Там пытается выйти Аксель на размен, у него это получается. Электроник врывается, забирает Акселя. И на Фане играет на размене, пока что клатч для Симпла. Он на двоих остался, ЦДшка. Спрей от одного до красна дошил, но не забрал. И это на самом деле неприятные новости для Саши. ЦДшка здесь в ретейке будет максимально неприятно. Ну как же близко, 14 хп у нас. 4 уже ситуация, нужна флешка против перфекта. Тут близко может сыграть, здесь неплохо. Забирает одного, нет размена до сих пор. Там еще красный пытается выйти, Интерс. Его тоже забирает перфекта. И третьего вместе с Симплом Широ падает. А как же по одному играет команда Гамбит. Но как же хорош перфекта в данном случае. Три игрока на Б у Нави. Очень тяжело будет Гамбит. Так и есть, Бумич справляется. Широ делает минус по флейме. Как это так происходит на ровном месте? Кого-то подрезать через КТ. Тут Элик вместе с Бумычем пытается выйти на размен. Удалось, но Интер Супра вступает в эту пристрелку. Минус Бумыч и перфекта флейме. На длине делает первый. Уже со всех сторон Нави закрывает в капкан своих оппонентов. Посмотрите на карту. Очень перетяжка долго. Точки Б, 7 секунд. Напаня, Аксель убивает соперника. Бомбу там не поставить или поставить в смоке. Бумыч пытается найти ее, забирает Акселя. 2-2. 2-2 ситуация. Бумыч красный остался, дальше не пошел. Нужно играть уже. Интер самому, потому что флейме падает на маленьких песках. Пытался сам тоже выйти. Не разобрался вместе с Кириллом. Не смогли сыграть Егор. И Шира забирает Бумыча. Нет, тут команда Гамбит Янгстерс. Тоже интересно, Супра первый. Готов уже врываться. Так, Симпл одного забирает. Неплохо. Еще одна флеша, но тут уже на разрыв, на самом деле. И по электронику вроде есть информация. Аксель забирает электроник. Это очень важно. Перфекта внутри плента делает минус по Нафане. Интер забирает Бумыча, который играл на хилпе. Как же так? Перфекта делает два минуса. Широ остается в ситуации один в один против флейми. Понесся. И просто пушит. Широ! И просто чекнешь подсадку и все остальное, то да. Но здесь проблемы. Проблемы могут быть, однако нет. Нафаня чекается. Нафаня. Нави понимает, что это сплит. Нафаня делает минус по Бумычу. Быстро двигаться. Здесь Симпл. Он может остановить этот проход. Первый пошел, второй пошел, третьего не забирает. Флейми тут же включается. Важнейших два минуса от него. 5 секунд до конца. 4. Нафаня не успевает поставить бомбу. Он сейчас погибнет. Возможно, даже после таймера. И команда Natus Wins разыграет 4-й раунд. Егор Васильев на месте. О, какая пауза. Заходит в итоге Аксель с бомбой. Его спрейт. Уй, там не добивает Интер за Акселя. В итоге электроник перфекта работает только против Нафани. Супра, Нафани, Шира. Там еще и находит Симпла. Интер закрывает Симпла, который врывается в соло. Нет поддержки пока что. Видимо, на флейме вся надежда. Но нет, он одного только собирает. И по третьему была информация. Но Бумыча не прочекают здесь. Бумыч забирает одного. Супра падает. И бомба все-таки поставлена за Б3. И попытался ворваться у нас перфекта дальше на Нафане. Его закрывает Бумыч. Тут пока не может разыграться. Забирает себе М-ку. Но действует дальше. ЦДшка. Последний патроном закрывает Шира. Последний остался Нафаня против Бумыча. Электроника его закрывает смоком. И пытается играть под чужой. Бумыч падает. И электроник берет этот раунд. Позиция, чтобы убить, сразу отойти за фонтан. Так, есть первый фраг против Акселя. Флешка полетела. Секунд, это еще рано. Нафаня находит Бумыча. Пытается выйти Интерс. Вот улетит, пока что не достает. Он горит. Нужно выйти. Так, Нафаня разбирается. 2-1. Электроник. Ну и папочке нужно сейчас выйти на точку Б. Супра пока что не спешит, ставить бомбу. 10 секунд, нужно уже этим заниматься. Почему ты выбить ее? В таком тайминге? Нафаня, спасет твоего тиммейта или нет? В итоге твои забирает электроник. Ну что? Перетяжка, какая-то помощь. Аксель спина забирает электроника. Очень хладнокровно действует дальше. Аксель, минус перфекта. Симпл забегает на плент. 10 секунд до конца раунда. Бомба не на руках, а тут еще нужно убить большие пески. Это не получается, Интерс. Симпл, убойная позиция в упоре. Супра делает минус. Симпл машет. Электроник. Забирает одного, это бомба дефузится или нет, успевает или нет, электроник не выходит пока что, Интерс его закрывает, но бомба не будет взорвана. Флейми, вот он выход, кто кого перестреляет, Флейми чекает позицию, минус Аксель, второго тоже можно убить, и не отпускает под флешку электроника. А через ковры флешки летят уже, Флейми пытается выйти, Аксель слепой, но Интерс помогает ему, забирает еще и Бумыча. Широ уже отключает электроника. Без энергии. Заходит дальше команда Natus Wins. Симпл попытается забрать Плэнти. Интерс открывается смоком. Тут Интерс перфекта пытается выйти на него. Забирает еще Симпл. Флейми что-то можно забрать. Да, так и получается. Но не уходит уже отсюда Шира. И Бумыч еще и съедает Интерс. За Аксель пытается выйти на размен. Симпл красный после этого остается. А тут еще по второму может залететь. Бумычу нужно отойти и не дождаться выхода в спину. Вот готов на двадцатке. На фане Супра пытается выйти. Электроник. Один спрей. Два фрага. Так, он замечает выход от Бумыча. Забирает его неплохо. Просто вот сейчас вот. Да. Просто идеально. Смотрим. Так, флешка летит. Электроник спускается вниз. Пока что никто не слепой здесь у команды. Гамбит. И спрейт Итнер за два хедшота. Забирает сразу в тело. И Аксель закрывается там. И Симпл не смог выйти на Интерса. Как же он на этом ящике поработал?
Два игрока на планете пока что закрыты. Флешек нет, пока что от команды Na'Vi. Закрывают они красного Интерса на планете. На Фаня тоже падает Аксель. Играет на одного, на второго, на третьего не получается. С плеями сбривает его. Пешки. Да, времени все меньше и меньше. У Шира остается точка от Флейми. Наконец-то включился. В очередной раз отмечаю, потому что у него в первой половине вообще все было не... На двадцатке ликвидировал Интерза, а дальше Супра, агрессия, флешка полетела, убирает бомбу. Оу, Супра! Очень много времени потратили, уже вам нужно заходить. Пошел смог, пошел заход, Simple попадает по первому, Аксель забирает Флейми, это очень важный минус. Сейчас нужно гамбит разменять, но Фань забирает электроника, Simple погибает. 7 секунд до конца, мы успеваем поставить бомбу? Да. Да, успеваем. Помощь! Попытка! Нет, все-таки не смог заспреить. Паца, наверное, с Интерзом. Или тот его пропускает. Супра в итоге убивает, да. Как же грамотно. Элик убивает бомбу. 10 секунд до конца. Нужно убить электроника команде Гамбит. Но нет, электроник хоронит Гамбит. Раунд проигран. Команда Na'Vi выигрывает карту до Инферно. Красивая концовка, электроник. Это король больших песков. Вот мы его ждали в основное время. Дождались в итоге, когда в самый важный момент, это когда ты уже просто в соло стоишь на точке А, теряешь своего тиммейта, который перетягивается через арку. Да неважно, сам уже разбирается. Папа Троник. Электроник находится на Олафе, пытается выйти. Команда Гамбит в этой защите. Еще один хэдшот от Шира. И последний минус Интерза по Флейми. В вагоне будет Бумыч. Кстати, Симпл находит на Фане. Тут уже можно и убить второго, третьего. Симпла покажите нам, что происходит. Симпл уже убил троих. Да. Нельзя с ним шутить. Шира делает минус по перфекту. Супа забирает Флейми. Падает Симпл. Переворот уже от Гамбит. Шира исправляет эту. И мы посмотрим все-таки на эти фраги. Судьбу Hard Legion все-таки только что не получила команда Гамбит Youngsters. Но причина есть только одна. Это Шира. Какие минусы? Ну там... Выходили, да, по одному, но четко в голову залетает и по зубам прошелся. Тут, конечно, диглом этим рваться и обескуражить оппонента. Но изюс не получается внедрить в перфекта здесь. Да, расстреливает команда Нантос Винсера, как вы видите, своих оппонентов. 5 в 0 выигрывается раунд. Какие-то смоки, какие-то гранаты. Удалось все-таки. Нет, как же не удалось. Показалось, что... О, 2 в 2. Так. Подождите, там еще по голове электроника прошлись. 1 в 1. Главное не спешить, но с другой стороны отпустить соперника тоже не хочется. Сокно, и вот оно попадание от Флеймича прямиком в гол. Надо будет выкурить. Да, только еще как-то тут сыграть нужно остальным ребятам. Прыгает по такой на Фаня. Симпл снимает его, но Шира не спешит, его смотрит перфекта. Как же будет выход? Организован четко. Шира забирает одного, пытается выйти. Симпл оба промахивается. И Simple также опасается врыва через коннектор. Его дергают один за другим игроки команды защиты. Флейми тоже поддерживает. И 1 на 1 Супра находит Флеймича. Была информация по верхней, в итоге... Этот электроника. Интерс в упоре в смоке. Сейчас встреча. Элик поймет, что куда-то уперся. Как-то не идет дальше Интерс в итоге. Так, там Зелень должна подключаться. Минус в итоге по Интерсу. Нет! До сих пор еще на Фане там помогает Симпл. Да у него брака сейчас. Флейми подключается через трансформатор, делает 2 минуса важнейших на Фане. И оппонент на Фане пока не догадывается. И Симпл в нужный момент не мажет. Все-таки маг 10, который на дистанции не работает. Но тут электроник гораст, чтобы дать парочку минусов. Улучшить свою статистику. Уже 2 получается оформить. Бумыч все-таки нашел свой фраг. Но... да, так-то Инферно показало, что... Квадроки. Погибает. Электроник также красный. Нужно дальше двигаться. Перфект, кто забивает, забирает. Играет Акселя. Перфекто все еще живет на Фане. Минус делает по Симплу. Бомба орет. Бомба кричит. Перфекто! Может погибнуть и скидывает смог. Это поздно. Как? Это что залетело? Это при том, что Аксель был третьим на самом деле. Что дали хэдшот? Ну задавите просто мясом. А ты один раз так сделаешь, и тебя дисквалят. Ой! Ой-ой-ой! Так, пустился помощь! По Акселю залетает. Вот и... Будет очень хорошо, так как он снайпер. Достаточно активно двигается в сторону Аплента. У Бумыча хороший угол, хорошая флешка. Боже, ювелирно. Но электроник здесь, оказывается, за красным вагоном тут же пошел размен. Бумыч также подключается. 3 игрока уже Na'Vi на базе А. 2 в 2. Шира. Минус по перфекту. Бомба где? Молик в плент. Симпл забирает Шира. И как-то дойти. И у Симпла очень хороший угол. Когда Симпл в итоге тоже читает по таймингу. И вверх-вниз. Но все зависит от команды Gambit Youngsters. И Бумыча прошивают, Аксель. Для команды Gambit такое ощущение, что должны тут справляться команда Na'Vi. Флейми могут и не прочитать. Там выход через мейн. 2 человека. Минус Аксель. Разворачивается. Шира пока что не может добить Флейми. 6 кп. У него в итоге остается электроник, который что-то потеряли. Флейми заспроил одного. Дальше не хватило на Интерза. Супра! Спину не прочекал перфект. Его удивил. 2 на 2. 10 секунд до конца. Раунд уже проигран, по-моему, нет? Нет, стоп. Подожди. Ой-ой-ой, там еще не читается. Потом со спины чел не читается. Simple должен выйти, минус бомба. Все. 2. 1. ГГ. Победа Na'Vi. Победа Нантос Винсера. Рабочая. Заслуженное, очень классное у нас было до Инферно. Жаль, конечно, что не было 3 карт, но я думаю, что болельщики Нантос Винсера как раз-таки остались довольны тем, что их
подопечные, их любимчики показали, ну, класс, да, все-таки это был класс на карте D-Train, прежде всего в атаке.